Добрый вечер, наши юные друзья, уважаемые взрослые, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в большом концертном зале «Октябрьский» на празднике, посвященном Международному дню защиты детей. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и Фонд по развитию культуры, спорта и туризма поздравляют вас с Днем защиты детей. С праздником вас! Поздравляет заместитель председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова и президент фонда развития и поддержки культуры, спорта и туризма Олег Теули. Добрый день, дорогие петербуржцы, уважаемые ленинградцы, наши замечательные, самые талантливые, самые любимые дети – мамы, папы, бабушки, дедушки, мы рады приветствовать здесь, в этом зале, вас, самых дорогих, самых любимых, самых лучших на земле, и подарить вам этот сказочный подарок в виде творческого концерта таких же одаренных, славных детей и звезд мировой эстрады. Мы от всей души вас поздравляем с этим замечательным праздником, который во всем мире отмечается с 1950 года. И говорим, что вы самые дорогие, и вас у нас уже 770 тысяч детей и 660 тысяч семей. И каждую из них мы рады поздравить, поблагодарить и пожелать яркого солнца, мирного неба, счастья, любви, доброты. Всех вам благ. С праздником вас, дорогие! Я хочу поздравить вас тоже с праздником, дорогие дети, дорогие родители, пожелать вам огромного семейного счастья, любви, улыбок, чтобы всегда вас окружали только улыбки, и никогда вы не задумывались о чем-то плохом. В свою очередь я хочу поблагодарить от себя лично Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, администрацию президента Российской Федерации и лично Владимира Владимировича Путина. Давайте ему поаплодируем. А я хочу вам в этот прекрасный вечер пожелать только улыбок и хорошего настроения, а мы постараемся вас радовать. В этот праздник мы поздравляем, конечно, всех, но особой любовью и заботой мы поздравляем тех, кто выбрал целью всей своей жизни семьи, воспитавшие 5, 6, 7 и даже 11 детей в своей семье, выбрав такую благородную профессию, даря любовь и ласку всем членам своего маленького общества, своей любимой семьи. И сегодня нам хочется назвать эти замечательные семьи, которые выбрали нелегкий, но такой важный и нужный жизненный путь. И сегодня мы говорим вам спасибо и дарим маленькое лето в виде букета цветов. А это семьи. Мы просим их подняться просто и поприветствовать зал. Елена Николаевна и Лев Анатольевич Ершовы здесь, в нашем зале. Галина Николаевна и Владимир Егорович Курьяновы здесь же с нами. Евгения Витальевна и Эдуард Юрьевич Мацуль. Наталья Генриховна и Михаил Юрьевич Арсеньевы. Дарья Марковна и Алексей Владимирович Дорофеевы. Надежда Николаевна и Владимир Иванович Третьяк, а также Лидия Вильгельмовна и Яков Леонидович Панкаменские. Здоровья вам, счастья, всех благ! С праздником вас! Хорошего настроения! Сегодня мы с прекрасным телеведущим Дмитрием Владимировичем Нагиевым. Зенька, надо учить было нормально. Решили пригласить вас на день рождения лета. Ведь первый летний день – это всегда праздник радости, улыбок, отдыха и каникул. Мы уже подарили вам хорошее настроение, а дальше будет еще интересней. Я считаю, что... Давайте поаплодируем друг другу. Я считаю, что Маша повесила интригу такую, да? Дескать, не совсем понятно, с кем я веду. Вот. Познакомьтесь, пожалуйста, наша петербургская звезда Мария Константиновна Клицко.
Вот. Поскольку сегодня для всех артистов концерт благотворительный, то есть все, кроме Маши, работают бесплатно. Маша текст выучила, я буду по бумагам. Вот. Мне очень приятно вас всех видеть. Добрый вечер. Благо, билеты недорогие, поэтому зал забит доверху. Угу. Ну, а с другой стороны, правильно, это же не концерт Стаса Михайлова. Вот. Давайте-ка начнем помаленьку. Маша, прошу. Город твой и мой. На сцене хореографический ансамбль «Глобус». «Глобус». Добрый вечер. Расскажи, мой друг, как дела, как летят вдали купола, как мосты поют, как дворцы плывут, и как ночь твоя бела. Где-то есть еще города, но таких, как ты, никогда не встречалась мне в дальней стороне. Ты в душе моей. Мечтаю я, как нужны друзья, как порой грущу чуть-чуть. Дождь и снег, я твой, не корю, я опять с тобой говорю. А над высотой ангел золотой дарит новый. Всех выпускников поздравляет певица с прекрасным именем Славяна. «Алый парус».
быстро повзрослели. Позади звонкий смех школьных дней. Мы с тобою так хотели в большую жизнь отправиться. Согревая своею любовью, своей душой. Нас не остановят ни буря, ни ветер, ни шторм любой. Только вперед за своею мечтой мы плывем с тобой. Здесь учились и влюбляли, и читали. Наш парус надежды для нас, как и прежде, мелькнет вдали. Школьные годы так быстро проходят, но знаем мы. Наш парус надежды для нас, как и прежде, мелькнет вдали. Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья! Желаю вам попутного ветра в жизни и хорошего лета! Спасибо! Какое же лето без отдыха на море! На сцене морской бриз от хореографического коллектива «Орфей». Thank you.
матросы, ты повторяй за ними их танец простой. А в небе альбатросы, летят альбатросы, они кричат на сверху, на месте не стой. Все цветы и радости на земле соберемся вместе на корабле. На-на-на, нам солнце светит, радуйтесь, дети. Ау, ау, е-е-е. Волны вперед, на палубе матросы, танцуют матросы, ты повторяй за ними их танец простой. А в небе альбатросы, летят альбатросы, они кричат нам сверху, на месте не стой. Танцуют матросы, ты повторяй за ними их танец простой. А в небе альбатросы, летят альбатросы, они кричат нам сверху, на месте не стой. На палубе матросы, танцуют матросы, ты повторяй за ними их танец простой. А в небе альбатросы, летят альбатросы, они кричат нам сверху, на месте не стой. Вольно! Цирк, цирк, цирк. А вот кто работает в цирке, ты знаешь? Знаю. Клоуны, акробаты. А вы, ребята, кого знаете? Кто работает в цирке еще, а? Кто? Как приятно работать с залом, да, когда не понимаешь ни одного слова. Клоуны, акробаты, жонглеры, да. И так, всех кто? Этих давай. Артистов? Мы сможем увидеть на сцене прямо сейчас. Ты прямо как нож мне вонзила в спину, Маш. Абсолютно правильно, дорогие друзья, представители лучших цирковых, молодых, так сказать, поколений города Санкт-Петербурга. Поаплодируйте, пожалуйста. Поехали!
Дорогие друзья, вас поздравляет народная артистка России Людмила Сенчина. Спасибо, здравствуйте, наши дорогие. Вы наше все. Сегодня все для вас. Действительно великий праздник, потому что все надежды только на вас. Вы же видите, какое время, что творится вообще вокруг. И поэтому мы надеемся, мы уже дожили до каких-то лет, и теперь надеемся только на вас. Вы наша надежда, вы наше все. И пускай у каждого из вас сбудется. Вот вы знаете, у меня 17 лет и 6 месяцев было мне, когда я спела эту песню. Я почему хочу с нее сегодня начать, потому что вот как в сказке действительно все получилось. Пускай в вашей профессии, каждый, кто выберет профессию, пусть случится именно так, как случилось в моей жизни. Вот я прямо сразу раз и шагнула на эстраду. И по сегодняшний день на ней шагаю. Эта песня «Золушка» сегодня для вас. Серебряном коне, и встречали нас танцоры, барабанщик и трубач, 48 дирижеров и один седой скрипач. И художник на манжете мой портрет нарисовал и сказал, мудрец известный, что меня милее нет. Композитор пел мне песни и стихи читал поэт. Хоть поверьте, хоть проверьте, так плясала я кадри, что 13 кавалеров отдышаться не могли. И оркестр был в ударе, и смеялся весь народ, потому что на рояле сам король играл гавот. Потеряла башмачок. А когда мой сон растаял, как ночные облака, на окне моем стояли два хрусталя. Еще
Вот вы не поверите, от души говорю. Очень надеюсь, что вдруг такое, вот когда-нибудь, может, через много лет встретимся, и так и произойдет, вдруг кто-то в зале из вас найдется, кто посвятит свою жизнь экологии, животным, природе нашей. Этого так не хватает сегодня. Потому что мы всех собачек, своих кошечек любим, а потом вырастаем и как бы занимаемся чем-то другим. И я это говорю к тому, что я хочу спеть. Я очень сильно люблю животных, я их защищаю, где могу и как могу. А песня эта про прекрасного лесного зверя, называется «На лесной олень». Над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль. Возьми меня туда, лесной олень. Скакал и сильные рога, задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотению, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небо. Возьми меня туда, лесной олень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыт оленя след. Только знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка живет. Со мной лесной олень, по моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень, со мной лесной олень. По моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Людмила! Спасибо, спасибо, Сенчина. Мое солнышко, спасибо тебе. Боже, какие вы все красивые. Ой, у нас не было таких платьев. Спасибо вам, хорошего вам лета, здоровья, супер, чтобы было это лето, ладно? До следующего года. Людмила Сенчина! И снова на сцене цирк. Вас поздравляет коллектив с удивительным названием «Два с половиной клоуна». Thank you.
Это снова мы с Машей плетемся. Маша, начинай. Девчонки и мальчишки, а вы любите мультфильмы? Он кто-то там сказал нет, а? Никто ничего такого не говорил. Все дети любят мультики. Я тебе верю, Маш, поскольку, как мне кажется, ты самая большая фанатка мультиков, да? Никакая я не фанатка. Мне это слово не нравится. Просто я очень люблю смотреть мультфильмы. Ну, какие, например? Винкс. Школа волшебниц. Я старый. Я очень старый. А какие... Да, давай, поиграйте со мной в знакомые мне мультфильмы. Чебурашка и... Сам ты крокодил. Не крокодил, а крокодил Гена. Да. Еще варианты какие? Да, например, как львенок и черепаха. Да, правильно, пели. Еще какие? Дмитрий Владимирович, да, я думаю, достаточно. А сейчас наш замечательный детский хор споет вам песни из самых любимых мультфильмов. Эти песни очень любит моя мама и даже моя бабушка. И вы, Дмитрий Владимирович, тоже любите? Конечно, поскольку я ровесник твоей бабушки. Ну, я, если и постарше я, то не намного. Вот, конечно, мы с бабушкой выросли просто на этих мультфильмах. А что это за мультфильмы, я вам сейчас скажу. Вот, ага. На сцене хор радио и телевидения под руководством Игоря Грибкова. Я все правильно сказал? Уходим. День рождения.
а сцене ансамбль «Глобус» и «Чудесные облака». Облака луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. А облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока. Помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. Нам не слышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. А облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока. На сцене участник проекта «Голос», любимец петербургской публики, мод, повеса и балагур, Методия Бужор. С праздником, друзья! Луч солнца золотого тьмы искрила пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся
закрыт. Час грусти и печали ты голос мой услышь. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Давайте вместе споем, мы же знаем эту песню. Мама. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная. Друзья, ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная. Солнце зайдет, на-на-на-на, солнце зайдет. С праздником, дорогие друзья, дорогие юные петербуржцы! Примите мои поздравления искренние с этим замечательным праздником. Начало лета, несмотря на погоду, я вам желаю летнего, теплого настроения. И всегда улыбайтесь и будьте красивы. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сами не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Солнце льется прямо с крыш, потоки солнечного света у тёзка ты таишь. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы,
как единственный на свете королева красоты, как единственный на свете королева красоты, как единственный на свете королеве красоты. На сцене петербургская студия знаменитого шоу-балета балета Аллы Духовой «Тодос». Ты не равных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Еще 5 секунд молчали, и меня нет в этой вселенной. И какой же праздник без клоунов? Клоунов и баскетбола. Я же все-таки физрук. Okay.
Браво! Маша, скажи, пожалуйста, почему ты сегодня не заплела косички? Я тебя просил. Дмитрий Владимирович, ну как же вы не понимаете? Я же должна хоть чем-то отличаться. Я же ведущая, а косички есть только у фантазеров. Значит, я фантазер. Я с самого утра наплел себе косичек. Где получилось? Итак, дорогие друзья, сейчас, как вы догадались по этой тонкой репризе, на сцене ансамбль «Фантазеры». С каким танцем, Маш? Каким? Косички же, конечно, которые я себе специально не заплела. Косички. Сижу за школьной партой, а на дворе весна. Нелегкая задачка свалилась на меня. Как эти две косички с веснушками сложить? Как на себя внимание девчонки обратить? Дернул за косичку и за веселый бант. Ты, может, разозлишься и скажешь: хулиган! Но чудные косички и так тебе идут, что в школе всем мальчишкам покоя не дают. Готов поспорить с другом, что это для меня. Ты заплела косички и дразнишься с утра. Готов тебе задачки все до одной решить. Красивая девчонка, давай с тобой дружить. Дернул за косичку и за веселый бант. Ты, может, разозлишься и скажешь: хулиган! Но чудные косички и так тебе идут, что в школе всем мальчишкам покоя не дают. А наш учитель строгий мальчишкой тоже был. Наверное, об этом он просто позабыл. И трудные задачки нам задает решать. Мешает о косичках нам думать и мечтать. Дернул за косичку и за веселый бант. Ты, может, разозлишься и скажешь: хулиганы оба! Но чудные косички и так тебе идут, что в школе всем мальчишкам покоя не дают. Дернул за косичку и за веселый бант. Ты, может, разозлишься и скажешь: хулиганы оба! Но чудные косички и очень не идут, и в школе всем мальчишкам покоя не дают. И в школе всем мальчишкам покоя не дают. Дамы и господа, на сцене иллюзионист Роман Борщ и его волшебный калейдоскоп. Sweeter. So what can I do? I really beg your mama. To me, flirting is just like sport. Anything flies, all good. Let me dump his free cherry in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me all night. Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Take a hand to the sound, put your hand to the ground. Take one step left,
little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. In my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number Добрый день, добрый день, достопочтимая публика, судари, сударыни, мальчишки, девчонки всех возрастов. Как вы догадались, я фокусник, и я несказанно счастлив присутствовать здесь, чтобы развлечь вас совершенно несложными магическими затеями. Но я бы не хотел на этой сцене колдовать один. И вот сейчас настало то самое время, когда мне потребуется помощник, и не просто помощник, а помощник из числа зрителей. Для этого я отправляю своих кроликов в зал, они выберут того единственного и неповторимого, мальчишку или девчонку, тот, кто выйдет сюда и покажет свои уникальные чудеса. Выходи сюда, аплодисменты моему помощнику, вставай. Все очень просто, я буду тебе помогать, ты будешь делать чудеса. Согласен? Согласен, прекрасно. Все очень просто, как я говорил. Вначале всем-всем-всем покажем мешок, что у нас здесь пока что ничего нет. Закрывай молнию, за эту штуковину тяни наверх. Да, молодец. И пусть этот мешок пока подержит наш с тобой помощник-кролик. А у нас с тобой очень важная роль. Есть волшебные предметы, волшебные палочки, волшебные шляпы. Но самые волшебные те, о которых мы даже не догадывались. И мы с тобой сейчас всем это докажем. Тяни бумагу. Так, давай, тяни ее. Так, вот. Теперь рви ее на мелкие кусочки и обрывки кидай туда в мешок. И пока ты это делаешь, вспоминай любые волшебные заклинания, которые только придут тебе в голову. Потому что, конечно же, без них никуда. Так, прекрасно. И делаем вот как. Ты делаешь волшебные пасы руками. После этого говоришь волшебные слова. И только после этого у нас получится что-нибудь волшебное. Ну, или не получится. Итак, давай попробуем. Делай пасы. Ну, там что-нибудь. Раз, два, три. Абракадабра, фокус-покус. Ага, так, хорошо. Простое заклинание фокус-покус. Ты у нас, конечно, начинающий волшебник. Ребята, кажется, у него все получилось. Ты молодец. Эти аплодисменты тебе. Этот подарок тебе. А мы продолжаем. Поехали. Tonight, we're gonna rock and roll, all the bee, all the bee. Come on, man, come on, 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 come
Спасибо! С праздником! Ансамбль бального танца «Жемчужина» и зажигательная самба! Esa cosita caliente. Arriba, 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 arriba. La vida debe ser una fiesta. А сейчас на сцену выйдет самая красивая и яркая звезда российской эстрады. Талантливая певица, замечательная женщина, прекрасная мама, народная артистка России Валерия. Капелькою света на ресницы упаду,
будет все слова. Что должно быть, все произойдет, потому что ночь всегда права. Мечтой хрустальною слеза растаяла в моих сияющих глазах. И звезды дальние горят желанием. Послушай, я хочу сказать. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие девочки и мальчики, девчонки и мальчишки, а также их родители. Я вас поздравляю с замечательным праздником, Днем защиты детей. Пусть ваше детство будет безоблачным, радостным, счастливым, чтобы у вас интересная жизнь была, насыщенная, наполненная. И знаете, я вас очень хочу попросить, не торопитесь, пожалуйста, стать взрослыми. Оставайтесь подольше детьми. Это время так прекрасно. Вот мы бы сейчас с удовольствием вернулись в детство, но у нас как-то это не очень получается, если только в мечтах и песнях. Маленький самолет для вас. Давайте вместе. Иду одна минуты вдаль, а там на небе туч вуаль приоткроет солнцу край. Куда кричать, кого обвинить? Хочу я что изменить в этой жизни? Выручай. Мир большим.
лечу над землей, городами и тишиной. Куда же жизнь спешит, жизнь спешит. И как здорово, что мы в этот день сегодня вместе! И так именно называется моя следующая песня. Мы ее поем вместе! Все-все! Всегда рядом будут дорогие и близкие вам люди. Берегите друг друга! И мы вместе! Мы вместе! Мы вместе! Мы вместе! Жизнь и полет, стрелки вперед, но мне не забыть. Валерия! Спасибо! Спасибо огромное! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Лера, к тебе моряки потянулись, а? Да.
морячка, я моряк. Так, с солдатами. Счастливо отдаваться, друзья. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Праздника. Спасибо. Валерия. Ой, пойду-ка я туда. Я-то знаю, почему ты туда пошла. Дорогие друзья, нам сегодня с вами... Маша, это к тебе, по-моему. Это твой завтрашний ведущий. Спасибо, Зайн. Спасибо тебе, Зайн. А это вам. А мне Маша передаст. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Маша, ты, по-моему, перепугалась. Вот я вообще спокоен. И брюки сменные у меня есть. Да, это тебе. Ты моя хорошая. Спасибо тебе. Сколько тебе лет? 10? Я дождусь. Мысль потерял, да, говорю, как нам повезло, мы сегодня побывали в замечательной стране, да, Маш? В стране радости, творчества, смеха и веселья. Только не гадости, а радости. В этом возрасте я также говорил. И название этой страны мы, взрослые, начали немножко уже забывать, но она, конечно же, есть, и она прекрасна. Название этой страны как? Детство. Абсолютно правильно. Детство. И сейчас мы вам дарим самую солнечную песню. Песню «Родина моя». Поехали! Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 000 я, большие глаза, казаны, черных, рыжих, льняных, грустных и веселых, города и села. Над тобою солнце светит, льется с высоты. Все на свете, все на свете сможем я и ты. Я прильну, земля, твоим березам я взгляну в глаза. Конечно, мы еще раз поздравляем вас с праздником. Желаем прекрасного лета, удивительных каникул и всего самого-самого доброго. До новых встреч!